Всем привет! Сегодня мы будем заниматься заливкой окопа. Я немного поработал уже с наполнением. Сделал два ящичка. Делаются элементарно они. Это они шли с тигром в наборе дрэгоновским. Я просто их прошел черным грунтом. Потом немного сухой кистью поработал в Олег 122 номером. После этого прошел вот такой вот смывочкой, прям полностью по дереву. И все. Немного убрал излишки, получился вот такой вот эффект дерева. Тут еще у нас носилочки, развивающиеся на ветру. Эти завязки. Что нам понадобится для заливания первого слоя? Не знаю, какой высоты будут делать, если честно, воду. Но пока как минимум два слоя я буду заливать. Борта сделал обычным скотчем. Не думаю, что эбоксидка должна протечь сюда. И здесь то же самое. Вот посмотрим заодно, протечет или нет. Берем обычную эбоксидную смолу. А здесь 50 мл. Отмерял я все шприцом обычным из аптеки. Сейчас мы это все прогреем. Добавим туда 5 мл отвердителя. Опять же, с помощью шприца. Смолу прогреть надо обязательно, а иначе она будет очень вязкой. При нагревании она становится более податливой. Вода, ну я бы не сказал, что горячая. Градусов 60, может. Так, добавляем наши 5 мл отвердителя. И теперь минут 10 все это мы будем, ну не 10, может 5, все это мы будем перемешивать. Перемешивать без фанатизма, а иначе можно пузырей напускать. Подкрашивать я не стал, потому что сверху будет еще там снег, лед. Мешаем. Размешал нашу смолу до состояния, когда внутри уже не видно тянущихся нитей. То есть наш отвердитель полностью разошелся. Сейчас будем заливать наш окоп. Тут торопиться не стоит. Thank you.
И залили. У нас с вами первое наше 50 миллилитров. Единственное, местами можно подровнять, там где воздушная прослойка не дает смоле нормальной лечь на поверхности. Ну, а теперь будем ждать высыхания. И посмотрим, что у нас получится. Ну, вроде как, я смотрю, смола не закипела. Нагрев минимальный у нее. Думаю, ничего страшного не произойдет. Пузырей тоже немного. Не знаю, буду ли я еще, конечно, делать слой, скорее всего, буду, но уже небольшой, не 50 миллилитров, может 25, где-то так, потому что с той стороны уже по самый бортик практически, там не хватает миллиметров 5. Вот такой у нас пока выходит окоп. Первый слой у нас высох. Зальем сейчас второй слой. Теперь я подготовил смолы немного меньше. Ну и начинаем заливать прямо на первый слой. Сделал опалубку, точнее продолжил ее опять скотчем обычным. Так как с этим ничего не случилось, с прошлым. Смола дала усадку совсем минимальную. Думаю, два слоя будет более чем достаточно. Теперь надо ждать высыхания. Пока высыхает, накрывает все целлофановым пакетом, чтобы пыль не оседала. Ну и все, в принципе. Сейчас только немножко по краям пройти. Кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новое видео, ставьте палец вверх. Всем пока!